Всем добрый день, дорогие друзья. Ты чё, Ваня, так кричишь? О, Вася ко мне прибежала. Ой, я тут на пол уселась, а тут ко мне чудо мое пришло. Иди садись, Марин, там, а не езулься. У нас уже день. Начинаем не с утра снимать, с дня. Печку топлю. Чайник поставила кипятить. И топим печку. Сейчас приоткрыла немножко просто. Короче, поставила уже сегодня тесто на хлеб. Будем хлеб сяв. Вчера я испекла 5 булок хлеба. Сегодня уже нету его. Вчера еще гости были, в баню приезжали. Поэтому сегодня хлеба уже нету. Надо опять стряпать хлеб. Кошка тут у меня на руках сидит. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и настроения. Оставайтесь с нами. Всем снова здравствуйте. Ванюш, что делаете? Мы уже с ребятишками прибрались и все везде. Да, Ванечка? С Мариночкой помогали. Они сидят, лего играют. Конструктор, это я дешевые конструкторы покупала. 19 рублей пакетик. Тут, наверное, пакетиков 5 или 10. Это выкинуть. И вот они насобирали и играют. Да? Да. Да. Елку мы все еще не убрали, потому что дети сказали, будут стоять до конца месяца. Поэтому стоит до 31 или 30. Сколько в январе у нас дней, напишите. Ну вот, потом будем убирать. Не даю детям ее убрать. Кошка сидит. Ну так, что ей еще делать? Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. А я все еще, представляете, не могу сделать детские. Ладно, у мужа с работы справку наконец-то я получила. Я не могу получить у Ильи с колледжа Соликамска. Они каждый день нас завтраками кормят. Завтра. И вот так вот каждый раз. Сегодня, вчера я ему звонила. Я говорю, что Илья сказали? Он сказал, завтра будет готово. Я говорю, ну ладно, ждем опять завтра. А сегодня уже у нас 24 число. Ну так вот. Успею или нет я сделать в этом месяце, я вообще не понимаю. А без этой справки меня не примут документы. Ладно, вот такие вот новости. У нас Машенька со школы пришла. Отряхнуть надо было. Ну ладно, отряхивай там. Время уже час дня подходит. Маша только приехала. А чё папа-то не приехал? А? А, ну да, он же, да, он до часу. Я что-то перепутала время. Как у тебя, Маш, дела в школе? Хорошо все? Ну, слава богу. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Давай мама оторвет. Ваня, подожди, не трогай. Дорогие друзья, ой, ребятишек сажу кушать. Соль добавляю, потому что... Все, хватит. Размешивайте, ешьте. Будет кушать борщик. Сейчас Машеньке тоже разогрею. Будет кушать. Да, с мяском супик. Василиса, ты точно не будешь. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Несу ребяткам хлебушек. Берите хлебушек. Хлеб у нас домашний, вкусный, да, Ванюша? Mm-hmm. Вам мультики на звук включить? Yeah. Сейчас включу. Все. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сейчас Машеньке разогрею, Машеньку буду кормить. Вкусно? Да. Yeah. Машенька, иди ешь, садись. Поставила. Не ври, не холодно дома. Дома тепло, хорошо, да, Мариночка? Иди садись, суп разогрела, соль я тебе положила, размешать. Вон, Маша, хлеб здесь есть. А ты за перцем пошла? Ладно, всем приятного аппетита, мы тоже будем обедать. У нас как раз время, второй час дня. Так, дорогие друзья, сейчас будем затапливать печку, потому что Ване стало что-то холодно. Извините. Ну да, Ваня говорит, ему холодно. Поэтому будем с вами, дорогие мои, затапливать печку. Шарики все отсюда убираем. Береста у нас есть с вами. Ваня что-то у нас замерз вдруг. Дома такая теплынь. Вот муж всегда толсто рубит дрова. Я уже ему не первый раз говорила, что нарубит и мне помельче дрова.
печку растапливать неудобно. Нет, он все равно рубит крупные. Такие бумажки. Так, сядь, кушай, не балуйся. Марина, когда я ем, я глух и нем. Мам, где то это? Мы только не можем вот туда. Холодильник еще еще не, да? Да. У тебя, может, да это не внизу поясочки вот эти? Нет, я вон то вот. Я вон то уду. А вот про это гадко там. Так надо мазать тогда сразу весь рот. Ну, я сейчас буду Все, печку затопили, пусть топится. Так, сейчас тоже сяду, поем. Я сегодня еще просто ничего не ела. Ты ее все еще не ела? Кого? Класс. Да я потом. Мне как-то это. Я с чаем. Соль добавила, да перец сейчас добавлю. Тоже супа поем. Все уже осталось пакетировано. Соль пакетирована, сахар пакетированный, перец пакетированный. Ой, что-то много очень будет мне этого перца. Высыпать или поставить здесь. Здесь поставлю, потом доем, а то много. А, вон в кастрюлю можно высыпать. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. Ой, что только в комментариях не пишут. И у Маши-то я сумку забрала, уже в магазин ходила. Если помнится, то мне... Я сейчас даже вам покажу. Сумку свою прислали с Германии, если что. Я с ней в магазин хожу. А Маша, не, она сразу свои сложила вещи новые, прибрала у себя там в сумку и прибрала. Это сказала, это все на лето. Ну, на лето так на лето. Я здесь ни при чем. Пусть как хочет, так и поступает с своими вещами. У нас солнце тут светит, поэтому, уж извините, я немножко щурюсь. И меня будет немножко плохо видно. Ладно, пока у меня ничего не остыло, пошла я кушать. Всем-то кушать, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Так, дорогие мои друзья, мы со Светой в магазин ходили. Дома просто соль, все позаканчивалось. Чего ты? А Егорка дорожки чистил. На, свет включить на камере. О, так лучше видно будет. Мы дорожку, короче, сместили, видите, туда. Теперь раз сюда наступаем. Тут даже земля уже видна. Вот так вот. Егорка тут чистил, вычищал все, расширил дорожку. Короче, сейчас покажу все, что купила. Но покупок немного. Но так, самое необходимое. Ладно, идем домой. Это на улице морозит уже. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько градусов. Вот это минус 10. Я не знаю. О, минус 11 даже. Так, сходила в магазин. Ну что купила? Хлеб купила, уже убрала. Соль купила. У нас дома соль закончилась. У нас, конечно, еще и сахар заканчивается. Но у нас тут в нашем районе очень дорогой сахар. В городе набрать там дешевле. Потом 3 литра молока и зеленый укроп. Потому что в морозилке закончится. Ну и тут печеньки, дети.
Все, все покупки. А вы что хотели еще? Все. Какой бюджет, такие покупки. Нет, просто здесь очень дорого брать. Морковка тут дорогая, капуста дорогая, сахар дорогой, масло в наших магазинах вообще заоблачное. Можно 20 рублей добавить и 2 в городе купить. Поэтому я в городе буду покупать остальные покупки.